Добро пожаловать на мой канал. Сегодня делаю обзор на знаменитую палетку от бренда Anastasia Beverly Hills. Палетка называется Contour Kit. И более подробно вы сможете посмотреть сводчи в моем блоге. Как выглядят оттенки. В принципе, дизайн великолепный. И как и пудры, они великолепно тушуются. И хайлайтеры распределяются. Они практически невесомы на коже лица. Безумно-безумно нравится, вот так они выглядят, съемные рефилы. И, конечно же, на официальном сайте вы можете выбрать, подобрать свою палетку со своими оттенками. Безумно понравились они, и вот так они выглядят. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я делаю обзор на знаменитую палетку от бренда Anastasia Beverly Hills. И также хочу сказать, что бренд Anastasia Beverly Hills не тестирует свою продукцию на животных. И, наконец, долгожданная палетка, то, что я очень хотела, пришла ко мне в самом светлом оттенке Light. Кстати, палетка идет для разных подтонов кожи, Light, Medium и Dark. У меня самая светлая. В принципе, я очень-очень хотела эту палетку, и она стала моей любимицей, фаворитом number one. И вот так выглядит палеточка, вот так выглядят пудры. Первый ряд более светлые оттенки, и второй ряд более темные оттенки. Они идеально комбинируются, хорошо сочетаются, идеально ложатся, распределяются, тушуются и держатся до самого вечера. И, кстати, посерединке, как видите, сам... Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я делаю обзор на знаменитую палетку от бренда Anastasia Beverly Hills. И палетка называется Contour Kit. У меня в самом светлом оттенке Light. Палеточка идет для трех вариантов разных оттенков кожи. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я делаю обзор на знаменитейшую палетку от бренда Anastasia Beverly Hills. И палетка Contour Kit. Вот так она выглядит. Очень стильный формат. Она такая невесомая. Кстати, хочу сказать, что продукция от Anastasia Beverly Hills не тестирует свою продукцию на животных. И, кстати, указан срок годности. И с момента открытия 12.